мотор. Это его бензобак. Бензобак. Так, мне надо завязывать ржать на видео. А то я в каждом видео угораю. Вот так вот. Несчастный случай на производстве. В общем, погнали мы на лодке кататься. Это моторный. Да, вон она там. А мы здесь. Если мы исчезнем, ищите нас под Ковровским мостом в сетке. А там есть сетка? Да, там, говорят, натянуто. Но мы проверять не будем. Мы приехали на речку Клязьма кататься на моторной лодке. Первый раз ее испробовать. Будем проходить обкатку. Вот этот мотор. Вот он у нас лежит. Совершенно новый, тут даже все в масле, вообще ничего ни разу не пробовали, не катались, ничего. Вот сейчас будем попробовать. Следующее видео будет, когда уже мы будем наводить. Офигенный способ подкачаться этим насосом. Ну все, побудь. Да. Там он нам товарищ желает счастливого пути. Лёшки. А? Короче, такой у нас аквамарин, да? Дождик, правда. Весь день сегодня не было дождя, и как только мы вот прям, знаешь, даже собирали мы, не было дождя. Даже мы подтаскивали, не было дождя. Когда мы завели мотор, начался дождик. Как это называется? Закон подлости. Так что сейчас, если дождь кончится, совсем еще покатаемся. А то хотели заснять, да, и ничего не вышло. Ну, да. Мы на реке Клязьма обкатываем лодку. Правда, дождик, погода, конечно, не особо. Вот у нас лодка такая. Обкатываем, ну не лодку, вернее, а мотор обкатываем новый. Значит, вот у нас мы все в жилетах. Значит, вот первый жилет у нас, смотрите, какой. Значит, даже у него есть вот. Попробуйте посвистеть. Как на Титанике. Значит, все. Ну, у меня, правда, нет, конечно же, этого свистка. Он, наверное, может, был, но отвалился. Зато у меня есть вот такая штука. Это выключение мотора. Хочется, конечно, еще поплавать, дождик не дает. Ну, будем надеяться, что он сейчас кончится. И мы все-таки заснимем видео, когда мы на скорости глиссируем, так сказать, по реке. А, я вспомнил это слово, вспомнил. Дифферент на нос. Ага. Вот. То есть я там его не знал. Угол мотора, вот, ну, то есть, чтобы лодка на больших оборотах мотора нос не задирала, там ставится угол дифферента. Угол дифферент на корму и дифферент на нос. Угол. И тогда за счет этого нос немножко приопускается, и лодка, ну, то есть. Но оно меня не сильно там поднимает-то. Там у тебя там... вообще, там, знаешь, как тебя поднимает. Я... Но у меня нет такого эффекта, что я там сижу и вот так там не стало ни сего. Полгаза как бы было. Не, у меня нормально. Главное, чтобы дождя сейчас не было. И все сейчас заснимем. Это вот. Точно. Еще бы надо телефон к селфи-палке привязать. Уже съемка пошла. Все-таки мы плывем. И нет пока вроде бы дождя. И лучше бы, конечно, чтобы его не было. Да уж. А я тут как банк грабить собрался. Так, ты давай там сильно не газуй. А на камере как будто светло. Да. Но это только видимость.
А так тут вообще красотища. Ха. Да. Вон там хоть что за пакет такой лежит? Не знаю. Наверное, кто-то оставил. Заплыли мы на мель. Как мы однажды и сели на мели. Так что сейчас потихонечку с нее выбираемся. Ну чего? О-о-о. На песках там не будем выходить-то. Будем, наверное. Ну, смотри, утки. Это что, утки, да? А что там на дубе за табличка висит? Сейчас подплывем поближе, посмотрим, чего там есть, чего осталось. Не, шикарно. Главное, что дождь кончился, остальное все фигня. Сейчас мы сделаем при малом угле дифферента на корму. Сделаем, поднимем мотор, чтобы для плавания на мелководье. Вот. Сейчас... Ну что, я не знаю, как это получится снять. Ну чё? Ну, в общем, пока он там с мотором колдует. О, всё, погнали. Переключаемся. Чё-то куда-то тянет туда. Нет, я вот там, такое ощущение, что вот, видишь, вода вот так. Ну. Я, конечно, его поднял повыше. А вот там тоже таблички, конечно, находятся. Ну да, везде что-то таблички. На том вон в дубе табличка. Вон там. Да, наверное, что-нибудь связанное с охотой. Ну это да, это, наверное, что-нибудь там значение охоты угодье, наверное, типа того чего-то. Сейчас пойдем посмотрим. Вон та палатка, да, навес-то. Было круто. Сейчас мы пойдем смотреть. Точнее... Вон туда. Неплохо они тут все сделали. Отдыхали, загорали. Ну да, по-любому. У нас тут, как всегда, все засрано нахрен. Гринписа на вас нет. Почему нельзя за собой увезти? А нахера? Я хоть, конечно, сам не идеален. Если мы где-то в лесу находимся, мы обычно за собой все сжигаем. 100%. К чертям собачьим. Итак, мы находимся на первых песках или как-то, ну, от... лагерь «Дружба» на реке Клязьма. Значит, дождик у нас закончился. Мы вот все-таки мы добрались до сюда, поплавали. Значит, вот наша лодка опять. Значит, вон она. Сюда мы плыли против течения. Ну,
скорость так. Ну, сейчас на обкатке нельзя сильно ее, конечно, это газу много давать. А вот обратно мы уже поплывем, уже и течение будет в нашу сторону. Туда. Да. А, ну, там уже мы, наверное, побыстрее доплывем. Вот. По-любому. По-любому. Ну, у вас, кстати, там светло, а вот у нас вот как темновато. Ну, за я тебе говорю, телефон лучше в темноте снимает. Мне прям это, Настя тему подогнала. Что за Настя? Ну, неважно, кто телефон продавал. Я вот на концерте когда был, я стоял у самых колонок, да? И вот обычно, когда, ну, стоишь в толпе-то, да, оно же это, там такой хрип стоит. Ага. На этом телефоне нету. Все идеально, блин. Там пофигу, басит, не басит. И он вот, если ты сейчас отойдешь, знаешь, куда? Ну, вон куда-нибудь, вон туда. Тебя будет слышно. Я стоял тогда в этой, в как ее, в церквухе. Серега стоял у меня там метров 15 от меня. Я его что-то спросил. Ага. Потом раз на видео слышно, как он мне отвечает. Да. То есть прикинь, он как далеко звук ловит. Я вот не удивлюсь, что он самолет тот слышно будет. Классно. Так что теперь у нас... Теперь есть новые... со стереозвуком. Новый гаджет с улучшенными качествами ТТХ, тактико-техническими характеристиками, которые сможет записывать лучший звук, лучшее видео. И скоро мы поедем в зону отчуждения, в Чернобыль. Поедем. Мы погнали дальше. И совсем стемнело. Да, в темноте будет уже снимать сложнее. Отвесный берег такой. Да? А? Говорю, отвесный берег такой. Что ответный берег? Отвесный. Прямо, смотри. Да. Не знаю. Час плаваем? Час где-то, да. Нет, там написано 10 часов обкат. Ну, 10 часов мотор работает. Час работает, наверное, да? Ну да. Смотри, красотища какая. Телефон-то красивее, чем на самом деле смотрится, да? В телефоне прямо это, такой закат. Рай пресветный, ё-моё. Здесь как днем, да? А-а-а. Шикарно. Телефон, конечно, мощный. Вон опять табличка. Смотри, там туча какая. Что-то у нас не то. Нет, все то, я впереди смотрю. А то я с вами поворачиваться начал. Слушай, смотри, туча в реальности черная, а на телефоне она какая-то синяя. Да. Главное, чтоб теперь дождь снова не пошел. А то я чувствую, мы тут от этой тучи промокнем.
Это я так понимаю, мы уже приплыли вот где я купался летом, да? Остров-то. А, Мишневский-то? Ну, я не знаю, какой. Пойдем. Заплывем. Вроде он, да? Или их тут несколько? Несколько. А, нет. Это тот. Нет, дальше. Здесь Косач. А, не тот, да? Но Мишнева туда дальше. Мы... Причем тут Мишнева? А это... Я про Потакина. А. С Потакина как ехать? Да, красота. А сзади нас, я так понимаю, это вот та самая Мещера из рассказов. Уже забыл школьную программу. Кто там Мещеру-то написал? Ты не помнишь? Ну, в общем, это она. Где? Да откуда я знаю? А их не видит телефон. Наверное. Чё ты куда-то не туда поехал опять? Это так плохо. Ну вот так видно еще. Ну и что? Это было круто. Вот сейчас снимает. В общем, когда пошел дождь, сначала я подумал, нахрена приехали, смысл, сейчас только все намокнем и не покатаемся. А потом дождь кончился и стало нормально. Мы все-таки покатались и попробовали мотор, глиссирование, дифферент на угол. На нос, на корму, все настроили как надо. Значит, сейчас вот уже, видите, уже темно. Вообще, мы загрузили, значит, лодку на машину, на багажник. Мы спускать ее не стали, потому что там, ну, жестко, ну, тяжело ее спускать, там разбирать все. Вот. На этом заканчивается наше сегодня катание на моторной лодке. Ну, и в следующий раз мы поплывем в Ковров. Оттуда мы поплывем в Нижний Новгород, вот, по Волге. Значит, и обратно через Москву-реку приплывем во Владимир. А оттуда уже и как бы сюда мы и попадем. Все. Вот как-то так. Но это неправда.